в этом прекрасном зале на 8-й сезон районной лиги КВН. Старт районному КВН был там в 2008 году, в этом же прекрасном зале. С тех пор немало молодежи побывало на этой сцене и подарило нашим зрителям много зажигательных эмоций. Немало и ведущих было на этой сцене, но сегодня с вами я, Салафетов Виталий. Итак, мы начинаем игру, приуроченную к 20-летию народов ассамблеи Казахстана на тему «Разные и равные». И сегодня наши команды будут бороться за чемпионство. А сейчас я приглашаю на сцену участников игры молодежной лиги КВН Денисовского района. Встречайте! Название этой команды менялось и изменялось в связи с изменением состава. Теперь они называются команды КВН ТК. Встречайте! Профессиональный Денис Технический колледж! Ежегодные участники игры КВН. Команда КВН «Утомленные школы». Денисовская средняя школа. Победители молодежной лиги КВН 2014. Команда «Cool School». Денисовская средняя школа. Коллектив «Третий». На нашей сцене выступали команды молодежи из 2-3 человек, и это были сильные команды. Посмотрим, что нам покажет команда активной молодежи из Центра молодежных инициатив. Скоро все тайны наших команд станут явными. Для вас, зрителей, и для, конечно же, наших жюри. Руководитель аппарата Денисовского районного маслихата Тайбагоров Базарбай Ережепович. Представитель, который способен экспромтом написать юмористическую шараду. Специалист кредитного товарищества Калимов Батырбек Габасович. Следующий представитель жюри. Очень талантливый человек и не раз выступал на сцене КВН. Аким Красноармейского сельского округа Хлебников Александр Константинович. А следующий представитель жюри хорошо понимает молодежный юмор. Хоть работа у него и не веселая, но под его руководством работает много молодежи. Желтаев Руслан Жанабаевич, руководитель центра обслуживания населения. Победитель районной лиги КВН прошлых сезонов, один из людей в галстуках, индивидуальный предприниматель, наконец-то Виталий Викторович. Тауринбекова Митсулу. Выступление команд начинается с первого конкурса приветствия и будет проходить в следующем порядке. Первая команда ДК, вторая команда «Утомленные школы», третья команда Денисовской средней школы номер 1 «Cool School». Четвертая команда «Коллектив третьей школы». И завершит конкурс приветствия «Тайная организация». Итак, мы начинаем игру районной лиги КВН 2015 года на тему «Разные равные».
И сейчас традиционно пожелаем команде успехов, удачи и хорошего настроения. Ни пуха, ни пера. Наш общий дом. Так называется первый конкурс приветствия. Время выступления до 5 минут. Наивысшая оценка 5 баллов. Я приглашаю на сцену команду КВНДК, профессионально-технический колледж. Встречайте! Всем давно известно, что количество звезд на небе не постоянно. Еще Галилео Галилей в своих работах описывал появление этих космических тел. В августе прошлого года ученый США Стивен Сквайрс выступил на научной конференции с докладом о работе и интенсивности возникновения звезд в космическом пространстве. Объединив данные, он пришел к выводу, что наибольшее количество сверхновых вспышек случается в ноябре. А что же такого знаменательного происходит в это время? Евро! Но ведь оно раз в 4 года. Люди едут отдыхать? Тоже не то. Рост цен? Да они всегда растут. Ответ прост. Именно в это время Денисовский район встречает КВН, в котором каждый имеет свою звезду. И именно сегодня, 20 ноября 2015 года, зажгутся около 50 новых ярких звезд. Не обязательно видеть их. Главное помнить, что они там есть. Встречайте, команда КВНДК, Денисовский колледж. Привет, Денисовка! На этой сцене мы второй раз, и для нас это как второе свидание! Ура! Нас не бросили! Ну что ж, давайте сразу знакомить зрителей с нашей командой. Тормоз толстый косой, князь болван седой, Чебурашка бизон, боров рычий вон. Ты колбаса, усы я корова, ты гном и худой. Клички, которые мы получили в детстве с тобой. Клички, которые мы получили в детстве с тобой. Худой, худой, ну просил же, не афишируй. Ой, Кирилл, пойдешь сегодня вечером с нами в кафе? Не-не, это без меня. Кирилл, ты мне вообще-то 100 должен. Ой, вот, завтра позвонишь, хорошо? А мне ты 10 000 должен. О, на, возьми, здесь все. А ты умеешь отшивать. А то, как-то один великий писатель сказал, храп жены меня разбудил, словно трактор будет, суща! Я проснулся, кровати один. Ну все правильно, я ж не женат. Ой, знаю, этот же философ однажды написал, алло, народ, меня трясет! Баду, температура? Да нет, прокуратура. Так, хватит цитировать работы Батырбека Калимова. И мы начинаем! Дорогие земляки, в нашем общем доме не раз праздновались различные праздники и, конечно же, юбилейные даты. А нам сегодня хочется вспомнить Международный женский день. И поэтому сейчас на этой сцене мы проведем рейтинг самых популярных подарков. Особое место, фотокарточка. Встречаем! Второе место занимает у нас гели для душа. Ну и, конечно же, особая, только первая. Сломанная? Если бы искусственная. Все, после этого я больше не могу молчать. Милая, я люблю тебя. Ну и пока наш Кирилл побежал в Антоновку, мы продолжаем. Немножко поэзии, но мы не можем без нее. Итак, ода о халве. Хвала халве, халве хвала, халву хвалой крою. Я похвалу халве пою, не путать с похвалою. Хохлы халву, хвалеп, волхвы халву лишают. Я же руки за халву при всех им всем повывекаю. С халвою я на час халит, на век халве фея. Походку мне халву хвалить, хрен к ней я охладею. Тем, кто кулит сей хлебосол, хайло набью халвою. С халвой напиханной хайло, халву не быть ханжою. Халву хватает хилый ха, хрустит ей хитрый хачик.
и даже рыхлый хиромант, хваленный холик хавчик. Чухать учхелу можно вам, чихать на чихофили, но главное хвалу халвам, что петь вы не забыли. Пусть больше нет на букву Х слов, связанных с халвою, но есть подарок у меня, его я вам открою. Что? Нет, не мешок, не кран, не лом, его храню в хлеву. Не угадаете, друзья, я вам дарю халву. А где тогда наш муж? Я из тебя все вытрясу, понял? Ты мне все расскажешь! Сабина Богваевна, можно вас? А можно мне не мешать, когда я принимаю зачет? Можно. Woo!
тебя чисто? Чисто. А у тебя? У меня тоже всегда все чисто. Тогда поехали. Закрыто за тучами, а мы здесь сейчас надежды на лучшее. Возвращение нашего глобальный паук, ветер, человек из стали. Дети, вы когда-то на них нас променяли. Герои киношные, не столь респектабельные, а мы люди смелые, мы самые реальные. Мы реальные пацаны, за базар отвечаем. Мы не играем в банды, мы в КВН играем. Тема игры сегодня просто супер. Разные равные, и мы ее раскрутим. Встречайте, команда КВН, Утомленные школой! Девушки бывают разные, а у нас блондинки. О чем мечтаешь? Я мечтаю о том, чтобы встретить фею, которая подарит мне 100 тысяч тенге. А что не миллион? Не, ну миллион это нереально. Да. Во, смотри, какие блондинки симпатичные. Девчонки, а как вас зовут? Говорим. Хорошо, Люд. Блин, Настя! Люда, а ты сыну математику сделала? Ну да. Дашь писать? Что за детский сад? Вы думаете, что это смешно? Нам нужен нормальный, адекватный юмор. А вы опять 25. Как он узнал про мой возраст? Да я не об этом. Нам в команду нужны адекватные люди. Вам нужен адекват? Дима, ты чего? Я походу потерялся. Ищи север! А как его найти? Луна есть? Луна тоже нет! Ищи пенек! Нашел! Это компас! Там, где много рухает на юг, тебе нужна противоположная сторона! Понял! Север там! Денисовке прошла международная битва эмоций. Да-да, это финал международной битвы эмоций. И давайте познакомимся с нашими дуэлянтами. Это Миша МТВ. И его сегодняшний оппонент Дима Мотоцикл. Итак, дорогие друзья, я слышу звук гонга, и мы начинаем! Бой только начался, мы уже видим русскую пьяную влюбчивость. И чем же ответит соперник? Это казахстанская щедрость. Но что мы видим? Казахи не только щедрый, но и дружный народ. И у Димы появилась нешуточная поддержка. На казахскую щедрость Миша отвечает еврейской жадностью. О боже, что он делает, эта тройная еврейская жадность. Чем же ответит соперник? Это мексиканский страх. Мексиканский страх. Мише надо контратаковать. И он показывает корейскую радость дождю во время жаркого лета. А я хочу вам напомнить, что корейская радость ежегодно демонстрируется на противоположном берегу реки Тобол, вблизи села Некрасовка. Дима уходит в глухую оборону и показывает нам грузинское пренебрежение. Мише надо отвечать. И это цыганская агрессия! Невероятно! Дима отвечает армянской уверенностью. Посмотрите, что они делают. Битва может продолжаться вечно. Это же белые полотенца. Они жмут друг другу руки. Бой окончен. Победила дружба. Ребята, а мы же забыли сказать.
Какие жюри красавцы! Так это же подхалимство! А почему? Люди с утра подошли, попросили, надо исполнить! Красавцы! Спасибо команде «Утомленной школы» за выступление. А конкурс приветствия продолжает команда «Cool School» Денисовская средняя школа номер один. Когда возвращаемся, уже темно. Так что школа наш общий дом. И как в любом доме, мы с нетерпением ожидаем пополнения. Итак, представьте, трудовик приходит устраиваться на работу в школу. Здорово. Здравствуйте. Это кто? Я новый трудовик. С чего вы это взяли? Ты объявление в газету давал. Значит, все сходится. Где дети? На уроках. Так, я, значит, сейчас тороплюсь. Дети придут с уроков, ты им скажи, чтобы завтра с собой взяли фартуки, нарукавники, это все с собой. Завтра выходной. И что? По выходным дети не учатся. Черт. Другие дни у меня не получается. Так, ладно, что-нибудь придумай. Ты мне на недельке брякни, ладно? Так с чего думаете начать? Да, нужно доски возить. Какие доски? Для табуретов, полов, окон, новых спортзалов. Куда возить? Да тут недалеко. Третьей школе обещал помочь. А что вы еще можете делать? Физкультуру у девушек вести. Кстати, у тебя уборщица красивая есть? Кажется, вы нам не подходите. Так ты не ответила на мой вопрос. Так как вас по отчеству? Еркенчик. Значит так, Еркенчик, у вас вообще есть образование? Да, второе неоконченное. И что это вы не окончили? Хабзайку. СПТУшку. Да и вот наш как... Денисовский профинальный технический колледж. А почему не окончили? Да там, понимаете, такая ситуация. Беспробудная одержала верх над излишеством. Вот прям так все обрезала и все, по самое не хочу. Вы знаете, времени у меня мало. Разговор у нас короткий. А что тут разговаривать? Скажи, сколько платить будешь и все. 30 тысяч. О, договорились. Ну, пойдемте, тогда познакомлю вас с нашим обезьянником. Ой, коллектив! Чтобы в доме избежать скандала.
обзор, мужчине и женщине надо хоть раз поменяться местами. Поэтому представьте, ситуация в одном из магазинов Денисовки. Ой, ну что, Дашунь, какую возьмем? Эту или эту? Ну, эту видишь. Ну как мы ее возьмем? Она же летняя. Ну значит что? Ну значит эту. Как эту? Так тебе вообще нету разницы, что ли? А? Началось. Нет, Виталечка, мне не вообще, ну, разница есть, конечно. Нет, тебе все равно, да, на чем я буду ездить? Какого цвета тогда у меня машина? Серого. Я все понял, тебе все равно. Я, значит, всеми этими целыми днями зарабатываю деньги для нас, а ты даже со мной нормально в магазин сходить не можешь. Нашей семье деньги зарабатываю я. Какая же ты мелочная! Да куда ты пялишься? А никуда. Я все понял. Я ухожу. Ты даже не пойдешь со мной, да? Я так и знал. Постоянно я все сам, все сам. Каждый мужчина мечтает об идеальной жене. Итак, смотрим. Разговор двух идеальных жен. Привет. А ты что такая уставшая? Сколько хлопот. Сегодня, вчера мы уехали на рыбалку. Ну вот утром встала, лопату взяла, пока земля влажная, червячков накопала. Средних? Ну как средних, чтоб крючок закрывала. Потом, думаю, лодку надо посмотреть. Взяла, надула, ванну опустила, пропускает. Потом шину наложила из резины. А, обезжирила, наверное. Ну, естественно, разве он сам это сделает? Потом думаю, что он с собой берет? Посмотрела ящик водки и палку колбасы. Семь здоровых мужиков. Взяла, еще пошла в магазин, 15 бутылок водки и сигареты. Ну, потом думаю, на театральные курсы запишу. Я в последнее время такая неубедительная в постели. А ты ему добрый ребенка-то сказала? Да какой ребенок? Он сам еще ребенок, ему 30 лет, так поживет у вас. Нет. Вань, ты куда? Ой, так надо же его любовнице сообщить. А то она же бестолковая малолетка, психанет, бросит его, и будет он 2 дня в подушку рыдать. Мы такие разные, а что же нас объединяет? Мы тащим из дома все, что может пригодиться нам на рабочем месте. Наша семья принесена в жертву образованию. Они тоже работают вместе с нами, хотя и не числятся в штате. Люди, далекие от образования, не понимают, когда мы говорим о своих 30 детях и 45 родителях. Каждая неформальная встреча с коллегами превращается в мини-педсовет. Нас узнают половина района, и эта же половина оценивает, где мы, как мы и с кем мы. Мы умеем клеить, вырезать, чинить мебель, забивать гвозди, уговаривать, прощать, выходить больными на работу и входить в любое положение. Мы не умеем толково отдыхать, говорить нет администрации и проходить мимо книжных прилавков. У нас есть много поводов для празднования. Начало учебного года, начало четверти, конец четверти. И много поводов для грусти. Начало учебного года, начало четверти, конец четверти. И каждый раз с 1 сентября мы задаем себе вопрос, принимать поздравления или соболезнования. С любовью, команда Cool School! Готовься на зал. Все на лицо. Готовься на зал. Ведь это финал. Встречаем гостей. Улыбки, слова.
Так много команд на равные права остались в игре, а наших друзей не только одна на первом месте. Запомни нас навсегда. Давайте поаплодируем команде Cool School за их выступление. На сцену приглашается команда с простым названием «Коллектив третьей школы». Здравствуйте, друзья! Dear friends, welcome! Қазақстан халықтар достығының 20 жылдық мерекесіне арналған КВН өнер шоуына қош келдіңіздер! Здравствуйте, дорогие друзья! Разрешите поздравить вас с 20-летием Ассамблеи народов Казахстана. Достық бар жерде, татулық бар. Алдарыңызда номер 3-ші Денисов орта мектебінің жастары! Давайте представим случай разных национальностей у роддома. Лиза! Лиза! Айза! Лиза! Ребят, давайте как-нибудь по очереди. Давайте я первый скажу, вы пока постоите. Наташа, дорогая! Дочь, спасибо! Я тебе подарю «Жигули». Oh, my dear Liz, are you born? Boy or girl? Boy, thank you. I love you, Liz. Габарджуба, народ, у меня жена родила. Шашлык всем от меня. Эй, слушай, дорогая, спортсменка, комсомолка и просто красавица. Как же тебя там? А, Кучетай! Поздравляю тебя! Кого ты родила? Дочку? Не сына? А, поздравляю, поздравляю! Айгүл! Айгүл! Аш сай терезені! Аш! Қалайсың? Босандың ба? Ол ма қыз ба? Ол! Ол дейді! Поздравляем, поздравляем. Айгүл, знаешь, что я тебе куплю? Банан есть? Алма есть? Хлеб есть? Тогда один хлеб и две яблоки скинь сюда, мы с ребятами. В этом году 550 лет Казанскому ханству. Так давайте же окунемся в прошлое и представим, если бы наше ханство состояло из танцоров.
совестно. Я хочу в интернете. А у нас такой случай. Знакомство в интернете. Свадьба в первый день. Рахмет! Рахмет! Жасы, жасы, Рахмет! Рахмет! Айтфадыр, жасы, амин, амин. Жасы! Жалым. Осы, аш атмандады бе. Жасын ба? Екім бармандар жетіп қой, екеміз семья болып отырсақ, бір ыстық шай ішек деп. Айтпа, жаным. Сол арманға қол жеткізсе, бір ыстық шай қойшы. Дорогой, мен барып бетімді жуып келейін, содан горячий қылып шай ішіп. Ой, жаным! Ей, алло, бақ, не істеп отырсың, не? Ей, бүгін алғаш бұтым ғой, мазаламаңдаршы. Қойшы, мазаламаңдаршы, ерте қайтан қазығым, не? Осы армандағымға жетті қалай тұр. Жаным, шай қойын ба? Саласы. Саласы. Шай қойын. Жоқ, жасы құдағы емесі ба? Қайда қойсы, мен жадырамын қой. Сен келінші. Қойшы. Қайда жа, жадырам мен бұнда емес қой, тадырым әдемі қой мені. Шуынып келген ғой? Жоғы ғой келді? Иә. Интернетте таласы. Сен бір жыл бойы бетін жұмай жүрдің ба? Қойын. Енді шамаға жұңған енді келіп отырып шай сонда мені бір жыл бойы алдап жүрдің осылай әй сіздер білген осындай екені жоқ интернетпен күнім жаным дейсіңдер содан кейін қоя саласыздар сіздер вообще чайкасыңдар білесіздер ма жатыр енді е ойласа енді мен мынандай мынандай тұр мен оны күткен жоқпын тұр енді енді жадыра жадыра жаным ренжімеші жаңағы сөзіме иә жүр сөйлесейікші күшті бір әңгіме айтамын иә күшті бір әңгіме айтамын отыршы 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 мен саған бір айтайын жаңағы сөзімді көңіле алма бір қара осы бір түн бір түн бетіңді жумашы Вообще-то я собираюсь жить не с вами, а с вашим сыном. Шабаузенде! Да что вы себе позволяете? Шабаузенде! Ну? Шаб! Адрес будем на разум! Но я просто тут подумала! Командах есть свои чудики, а в нашей команде есть волшебник. Так давайте же встретим Бигжана волшебника!
айтыс. В казахском народе множество видов айтыса. Айтыс между девушкой и парнем, айтыс между сплетниками, а у нас айтыс между бездельниками. Ал, опа, мим вас тайн. Тендегаден, не тендегаден. Тендегаден, не тендегаден. Тендегаден, не тендегаден. Ай! Толстый малай? Тендегаден, не тендегаден. Эй, девочка-красавица! Ты мне очень нравишься! За тебя колыбаном кучу дьяволу продам! Хайда гетты сэ вчера! Почему ты не пришла? Почему ты не пришла? А дуга-дуга, ай, тамирис! Когда? А куда гой? Эй, девушка-красавица! Ты мне очень нравишься! За тебя колыбаном! Душу дьяволу продам. Когда гетто все вчера, почему ты не пришла? А гуга-гуга и тамирис. Хашан, Хашан. Ну тогда лови. Ты не пришла на новогодний бал. Ты не пришла на новогодний бал. Ты не пришла на новогодний бал. А я так ждал, а я так ждал. Дальше жди. Давайте еще раз бурными аплодисментами встретим нашего волшебника Бекжана. Перед вами третья школа. Знаете, мы немножко иногда среди толпы отделяемся. Например, мы слышим: это тебе не казахская школа. Или, например, вот так: и оставь свои казахпайские замашки, это тебе не третья школа. Ну или... Что казахская школа? Что казахская школа? Ты знаешь, что казахская школа? Там какие люди работают? Там от души люди работают. Конь, Саке, тоже с нами. А, она с нами, да? Без ешкамда, бөлім жармаймыз. Ахпыз, хара, сарымыз, ағайынбыз, бәріміз.
Опа! Опа! Америка, Европа! Лично мне понравился номер с шариками. И завершает конкурс приветствия команда «Тайная организация». Встречаем! Мы команда, которая сегодня будет играть самое главное! Мы команда, команда 21-го! Да! Мы команда очень классная! Да! Лучшая. Мы команда 21 века! Мы команда отдельная организация! Мы команда 21! Мы команда сегодня всех! Успокойся, все, успокойся! Больно же! Сейчас я позову Батимена, Сандрина Чунга. Позвони, позвони! Алло, Батиман? Алло! Привет, ты где? В центре! Потягивайся срочно, такая, и девчат с собой возьми, а то меня разбывает уже. Все нормально будет. Ой, девчата, спасибо, что вы пришли. Девчата, мы находимся на сцене, нам нужно классно сыграть. Мы команда, не забывайте об этом. Вот, послушайте меня, я вам помогу. Я не буду! Вы просто со мной соглашаетесь и все. Все будет нормально, сейчас смотрите. Вы просто со мной соглашаетесь. Хорошо? Хорошо. Все. Слушаем вас. Мы команда самая лучшая! Да! Да! Мы команда самая красивая! Да! Да! Мы команда тайная организация! Да! Да! Я вам не нужен! Да, да, да! Батима! Ты вообще слышишь, что он сказал? Ня. Ну, Батима, как всегда, тупишь. Это я тупая? Ты тоже так считаешь, что я тупая? Естественно. Нет, ну да, лучше. Да? Да. А сейчас Азамат вам покажет собаку. Не понял? Это я собака, что ли? Это я сейчас должен собаку играть, что ли? Я же Вадима на собаку попал, что ли? А? Встречайте, миниатюра вон в лифте. Колледжа подъезжает на папиной машине. Русалочка. Подожди, ноги. Я дам тебе ноги.
Я заберу у тебя голос! Забираю, он мне все равно не нужен. Прошу, команда. Вперед. Я хочу что-то сказать вам всем. Ну поаплодируйте нам, что вы что не аплодируете? Я хочу сказать, что мы все разные, но мы... Разные! И сейчас мы вам споем песню. Первый конкурс приветствия. Все команды приглашаются на сцену. Итак, итоги первого конкурса. Наш общий дом. Оценки 5, как? 4. Комиссия, походу, как бы выступали. Да как? Аплодисменты должны быть. Управленная школа. Понравилась очень шутка одна, как Дима искал пенек с батуна. До этого были тяжелые дни. Вы правы, жюри красавцы одни. Пока не видна чемпионская стать, с таким контингентом вы должны побеждать. Школа номер 3. Русский урод дома сиял весь кому глит, а счастье подарил Наташе Жигули. Грузин метался, танцевал и пел, казах бежал, базабарана пожалел. Объясню, почему на 1-2 у них меньше. Бежан подарочек зажал, а я зажму ваш 1 балл. Регламент есть, всему предел. Смотрите на секундомер. Ирландия забыла,
на встрече с вами, но красивые ли вы, красавцы все, жюри. Средний балл за первый конкурс приветствия. Денисовская средняя школа номер 2, 4,4. Cool School, Денисовская средняя школа номер 1, 4 балла ровно. Коллектив третьей школы, Денисовская средняя школа номер 3, 4,4. И тайная организация, 5 баллов ровно. Спасибо счетной комиссии. А сейчас конкурс биатлон. Условия конкурса следующие. Все команды остаются на сцене. Один представитель из каждой команды зачитывают нашим зрителям и жюри по одной шутке, которая должна начинаться со слов «А у нас». На каждом этапе с баллом 0,2 балла выбывает одна команда. На пятом этапе оставшаяся команда получает 1 балл ровно. В случае, если жюри не уверены в своем выборе аутсайдера, они могут предоставить, чтобы команды произнесли по еще одной шутке. У каждой команды должны иметься заготовленные шутки. Жюри готовы? Участники готовы? Тогда начинаем. Азамат, поставьте стойку. Азамат. И первую шутку мы услышим от команды «Утомленные школы». А у нас в ГАИ после прохождения сотрудниками медосмотра всем поставили один диагноз. Стригущий лишает. И стригут, и лишают. Спасибо. Команда Cool School, прошу. А у нас жители южной части Денисовки, продолжая оставаться без газа, уличного освещения и воды, запустили новый туристический проект. Первым приглашенным стал Аким районом. В тур входит прогулка по ночным улицам. Попробуй не сломать ноги. Поход за мешком угля на угольный склад. Почувствуй себя шахтером. Пробы воды из местных колодцев. Остаться в живых. И все это всего за 1500 тенге. Окунись в атмосферу средневековья. Спасибо. Коллектив третьей школы. Ваша шуточка. Пойдет? А у нас сенсация. В том конце улицы 50 лет октября нашелся целый асфальт. Тайная организация. А у нас в семье все будет так, как я скажу, но я молчу. Команда ДК. А у нас новости из зоологии. Невероятно, но даже у мышки есть подмышки. Жюри, прошу вас убрать одну команду из сцены. Так, ну что, уважаемые друзья, значит, два аутсайдера появилось, тайная организация и коллектив третьей школы. Пожалуйста, еще по одной шутке, чтобы до нас еще дошло. Еще по одной шуточке. Да, чтобы до нас дошло, не дошло. Что первое, тайная организация? Тайная организация, да. А у нас в городе все дороги делают зимой, чтобы потом летом опять все переделывать. Коллектив третьей школы. Оказывается, все мужчины после 50-летия богатеют. Серебряные волосы, золотые зубы, каменные почки, соленые суставы и газовые и так далее. Пожалуйста, можно перечитать?
почерк не дочитал я. Можно или нет? Думаю, это решение судей. Можно и нельзя сказать. Что там, перечитать хотите? Да, тут просто. Ту же самую шутку взять. Но до вас тоже не дошло. Как там? Давай. У нас листочек просто два разных здесь. И... Хорошо. Сейчас смешнее будет она. Так. А у нас в городе все дороги делают зимой, чтобы потом летом опять переделывать. А у нас их вообще не делают, чтобы потом не переделывать. Спасибо командам за шутки. Жюри, ваше слово. Ну что, с таким количеством баллов уходит команда. Тайная организация. Спасибо. Спасибо за шутки. Утомленные школы. События. Очень веселый папаша назвал своего сына Йогова, чтобы на его свадьбе поржать над его свидетелем. Команда Cool School. А у нас с наступлением холодов местные власти заставляют оформить подписку. По прогнозам синоптикам, зима будет суровая. И кто потом скажет, что они не заботятся о тепле в наших домах? Спасибо. Коллектив третьей школы. Как мы все знаем, русские арашки поют шансон. Грузинские арашки поют джаз. А если казахские арашки напьются, поют все подряд. Спасибо, команда КВНДК. А у нас жизненное наблюдение. На свадьбе одна афашка произнесла тост за 5 секунд и ушла под бурные двухчасовые аплодисменты. Жюри, пожалуйста. Ну что ж, сейчас с количеством 0,4 баллов биатлон покидает команда ДК. Спасибо, ребят. Спасибо за ваши шутки. Утомленные школы. А у нас по результатам социологического опроса установили, что если пылесос не всосал нитку, 85% людей поднимают ее и вновь бросают на пол, как бы дав пылесосу второй шанс. Спасибо, Cool School. А у нас на въезде в село Денисовку установлен новый монумент. По задумке архитектора он должен символизировать мощь и единство нашего народа. Но пока у местных жителей он ассоциируется с руководством района. Спасибо, коллектив третьей школы. А у нас преподаватели, если что-то забывают, то тогда говорят: «А ну-ка, дети, кто знает?» Жюри, вам слово. Так, спасибо команде «Утомленные школы». Вам не сделают чем-то. В ведомственной квартире Акима района ремонт производили его замы. Так удалось сэкономить бюджет и завязать дружеские отношения. Спасибо. Коллектив третьей школы. Тебе скучно? Тебе одиноко? У тебя чешутся руки? Приходи к нам. Кафе Тамирись. Мы устроим тебе бурный отдых. Спасибо. Жюри, ваше решение. Да, ну, хорошо, да, пьют не в рот, а в глаз. Так, давайте еще по шутке. Еще по шуточке, команда. Еще, пожалуйста. Cool School.
Ямочный ремонт на дорогах Денисовки опять проводили какие-то гастарбайтеры, кладя асфальт прямо в лужи. Все-таки надо было отдать подряд служащим райцентра. Они бы уж точно сделали лучше, причем в рабочее время и совершенно бесплатно. Спасибо, коллектив третьей школы. У девушек с длинными ногтями в носу чисто, чисто дай. Уважаемые коллеги третьей школы, вам 0,8, спасибо. Ну а с целым балом, подъемом за гормон, уходит команда Кулску. Называется «Один день из жизни молодежи». Напоминаю, что слово «STEM» расшифровывается как «Сатирический театр эстрадных миниатюр». По условию конкурса на сцене не может находиться более 3 человек. Время выступления не более 7 минут. Жюри на свое усмотрение может снижать баллы за несоблюдение регламента или времени. Открывает этот конкурс команда Cool School. Денисовская средняя школа номер 1. Встречайте! Молодежь района не задумывается, куда им отправиться в свадебное путешествие. Солнечный – лучший выбор молодоженов. Соснового леса. Здравствуй, солнечный, 400 тенге за килограмм перегруза и 500 за такси. Там только самые нужные вещи. А я и не сомневаюсь, вот это вот что такое? На список нужных вещей. О, а как это мы все вещи на один лист уместили? Мы старались. Ты смотри, пункт первый сразу же успех. Набор плоя. И что тебя смущает? Набор плоев. А конкретно меня смущает набор плоев. Ну это чтобы закручивать волосы. Я очень рад. Утюжок. Неопытный мужчина мог бы подумать, что это маленький дорожный утюг. Но нет, пунктом третьим здесь идет утюг, а это утюжок. Ну да, это чтобы выравнивать волосы. То есть у нас есть вещи, чтобы выравнивать, завивать волосы. КПД этих двух вещей равно 0 и 0. Я выкину все это. Так, что у нас дальше? Бигуди. На кой они нам? Ну я знала, что ты плойки выкинешь. Я и бигудю выкину. Что у нас тут дальше? Ну смотри по списку. 20-й пункт. И вот такой вот пробел. Сразу 22-й. Сейчас я посмотрю. Нет, не надо, не читай. Там а, мы тут начали молоком писать. Если ты прочитал это сообщение, то у меня получилось. Получилось. Ты что, издеваешься? Нет. Ты посмотри на меня. У меня всего лишь футболка, шорты и ничего лишнего. А ты посмотри, понабирай тут всякую ерунду, с собой взяла. Да, это мой маленький бизнес. Как мне все это надоело, я выкину все это. Завелась. А, спутника забыл снять. Ну все, иди сюда. Я надеюсь, вы понимаете, что она говорит, а то я по-женски не понимаю. Ладно, успокойся, что я не мужик, что ли, возьмем их в твой набор плоев. И утюжок. И утюжок. Она бежала. Это все самые нужные вещи, Дима. Кул-скул за их выступление. На сцену приглашается коллектив третьей школы. Встречайте. Бұдың қадам етеуімізге. Бізде бәрі бар. Таман, музыка, молодежь, бәрі бар. А, мынау ДК, да? Да, ол. Жақсы? Ауданымыздың керемет.
Макет ее! Жабошка ее сестры, режиссер мы за. Жарса, жарса, жарса. Вот, слушай. Ну, тут ты сын, да и сын. Короче, брат, мы хотим снять кино. Ага. Казах хандык туралы. Сол киноға түсетін маған үрі, накаченный жігіттер керек. Актер керек. Актер? Актер. Актер дейді ой. Актер, енді ханның ролін ойнау. Бәрін қолынан келмейді. Ә? Енді басқару, елді басқару. Жоңғарға соғыс ашу. Сен не айтыпты? На, образдан келді. Актер керек, актер керек. Шақысы кастинг, кастинг. Шақырайын ба? Кастырайын, шақырайын, бәрін қатырайын. Онда. Немен неге лыпылдап отырсың? Айналайын шақыршы балаларды. Енді шақырамын, шақырамын. Мұн шақыртыршы. Мұн шақыртыр. Шақыр. Шақыр. Айда, шақырайын, шақырайын, бәрін қатырайын. Айда, кастинг, кастинг. Айда. Алан. Молодец. Кіктер, кіріңдер, келесі. О, мені. Батыр. Уа, қалайы. Ой, бәрі. Табуында мал осылған. Ой. Вечерде бас қосылған халықпыз. Иә. Дос болғанға. Ой, бәрі. Құшақ жаяр туыспыз. Қас болғанға. Қиып түсір қылышпыз. Мұна ол үшін болды ғой. Аха. Ақ кептер ақ қалайды. Иә. Көк кептер көкті қалайды. Есте істейді. Менің жүрегім. Халқымды қалайды. Халқымның жүрегі кімді қалай? Сені қалай, шапалақ! Халқым үшін, жерім үшін өзімді өлімге қидым. Әй, 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 мұна өліп қалды ғой, өлді ғой, өлді ғой. Өлді жақ, рөл ғой, рөл. Аха, өлді, рөл, рөл. Шын мәнге қапы, өлді. Әй, молодец, молодец. Жақсы өлді. Хорошо, хорошо, жақсы. Сен, сен өттім. Мен сені заберу Алматыға, сен киноға түсесің. О, спасибо. Сеған енді справка нужен. Қандай справка? Үйден родители не передали справку? Сюда. Халтаға. Справка. Справка саласың, сен киноға түсесің. Помнен. Пожалуйста. Нет у меня такой справки. Ой, а шыма тұлы? Спасибо. На русском заговорим. Әй, бер қара. Ренжеді мен. Әй, қарамайын. А шыман ба? Қылшымен шауып отырың ба, справка дейді ғой. Мен шауып сен деді ғой. Сен жақсы. Әй, кеттім. Әй, жақсы. Кет өшілден, бейжан. Кет. Жақсы актер екен. На, қуатыр ғой, жақсы актер екен. Жақсы актер екен. Келесі шақырын. Келесі. Барма, келесі. Міне, міне. Оп, оп, әй. Сен басын істемей ма? Әлі сестер адам екесіз ғой. Енді неме, маймыл деп тұрсыз ба мені? Құлай қараса маймыл ұқсайсыз. Әй, адам машинына тиме. Кет байға. Өнер бар ма? Қанды көрсет өнер. А? Былай қара. Аха. Енді былай қара. Аха. Енді былай қара. Қарадым. Енді былай қара. Қарадым еще. Өнер көріп тұрсың ба? Е, мына менімен ойнап тұр ғой. Кетші. Кетші бара жақта. Кетші. Ал, келесі, келесі. Шақыршы бір, нормальный. Келесі. Шақыршы. Нау, жүре болып қалсын. Кәне, келесі, келе. Кастингке нормальный бір актер шақыршы, айналай, нау. Ей, бала, келші, кірші. Кірші бері қарай. Келсе, кел. Жоғары жақта. Кіршай, анау неге лыпылдап жүр құдай ау? Өнер бар ма? Дорогина да люби. Маған бір жетіспейді келді құдай ау. Индиана гүлбана ки. Деми бой! Дорогина да. Адам, құш, құш. Это че, саған X-фактор что ли? X-фактор келді ма? Голоса келді ма? Эй, кастинг, кастинг, киноға түсесің. Актер, актер, понимаешь, актер боласың сен. Өнер бар ма, өнер? Өнер бар, мынау бір түрлі көріністерді через свисток можно показать? Көрсетсе свисток, көрсет ал, қандай? Когда девушка спешит на вечеринку, ой, бай. Она так сделает, она. Ага, қалай? Ой, бай. Ой, 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 ой. Жарайды ма? Пойдет? Жақсы, болды ма осы ғана ма? А, бар, тағы бар. Еще есть? Ага, да. Қандай? Время война. Ой, бай, соғыс дейді. Ага. Ой, бай, бай, бомба, бомба, не істеді? Отаншы далға! Сен не істеді, отшы, отшы! Отшы тыныш, мешайте тебе. Че, брат, пойдет? Все, бомбай дай, давай.
кетші ба. Рахмет, рахмет. Соғысқа барасың ба, басқаға барасың ба, кетші ба. Алан, рахмет. Ана, директорын шақырдыш. Кетші. Мен де кеттім. Әй, әй. Наларға не ол? Наларға не ол? Актер табылмаған ма не? Эй, мұқты, батырдың рөлін ойнайды. Маған киноға түсетін актер керек, понимаешь, киноға түсетін. Актер, актер. Актер, актер дейсің бе? Актер, актердің рөлін ойнауы дайын емес? Эй, осы, мен жүрегім, сен осы ходящий актерсің ба осы, э? Живой актерсің ба сен? Сен алсаң байтет? Қане ойнап берем? Жүргекім түсінесек. Ойнап берек, қане. Коллектив третьей школы завершил свое выступление. На сцену приглашается тайная организация. Встречаем! И открывает наш стенд миниатюра «Случай в парке». Ох, это молодежь! Ну, Никитишна, не советуй, что ты советуешь мне, Никитишна! Советуешь и тоже сама советуешь, что ты, блин! Парни, если ваша девушка ругается, делайте так. Иван, вот я тебя просила шубу купить, почему ты мне не покупаешь? Все ходят в шубах. А я нет, а я хожу в куртку, ну и холодно, ну почему ты? Ты мне вообще внимания не уделяешь, целуешь, вот хоть обнять, ну помой посуду. Селфи! Миниатюра «Случай в криминальном районе». Встречайте. Миниатюра «Цепочка». Дорогой, купи мне цепочку. Дорогая, нет. Ну купи, что тебе стоит, купи мне цепочку. Нет. Ну купи мне цепочку. Нет. Я не поняла. Ты что, не понял? Присядь. Я тебе сказала, купи мне цепочку. Все, все, успокойся, куплю сейчас. Следующая миниатюра «Случай в магазине». Ну купи мне киндер-сюрприз! Ну купи киндер-сюрприз! Купи киндер-сюрприз! Купи! Ладно! Вам по 40 или по 50 какой-то? По 40! Ну, спасибо, да. Случай в донорской поликлинике. Эй, парень, ты уже седьмой раз приходишь. Что такое? Что случилось? Зачем мне деньги? Верните мне половинку, пожалуйста, до дома не могу дойти. Встречайте, маленькая машина Матис и большой КамАЗ столкнулись с дороги. Внимание! Вот следующее мероприятие нужно провести хорошо, чтобы все прошло на ура. Вот нужно. Как все... говорит наш любимый администратор Центра молодежных инициатив, по двое не ходи! Случай в сельской парикмахерской. Подождите. А вас как постричь? Здесь уберите. А вот с этим что делать-то? Стойте, встречайте. Следующая миниатюра Шагане.
Итак, экзамен русской литературы. Здравствуйте. Итак, здравствуйте, что у вас? У меня стих. Ну, давайте. Ты моя Шигане, Шигане, ты моя Шигане, Шигане, ты моя Шигане, Шигане, ты моя Шигане, Шигане, ты моя Шигане. Успокойся, все, пять, тебе пять, все, спасибо, пять, Ивановна. Спасибо, Шигане Ивановна. Молодой пары. Дорогой, я буду фуа-гран, кальмары и тирамису. Ты сразу деньги жри. Итак, случай в криминальном районе. Дети играют в песочницу. Организация закончила свое тайное представление, так сказать. На сцену приглашается команда КВН ДК. Встречайте! Акима Денисовского района, отдел развития языков и культуры, а также филиал ОАО «Казахтелеком» должен организовать вещание телеканала «Денис». Значит так, я сейчас по делам в Крымске. Вы тут без меня сегодня запишете, завтра приеду, проверю. Да, и Азамат, ты тут не задерживайся надолго, а то твои там совсем без тебя не работают. Здравствуйте! В принципе, можем начинать? Девушка, давайте быстрее! Не торопите меня! Смотрим в камеру. Куда? В камеру. Текст. Текст. Читайте текст и смотрите в камеру. Читать, боже мой, читать, смотреть в камеру, читать текст и смотреть. Пипец! Все, я сейчас соберусь. Подождите. Спасибо, читать. Мы вам перезвоним. О, мне позвонят. Мне да не волнуйтесь вы так. Я так волнуюсь. Не надо. Вы читаете текст и смотрите в камеру. Девушка. Есть. Вчера... Затопила улицу Ленина. Не волнуйся. Читай. Извините, пожалуйста. В Денисовке проводится вакцинация гриппа. Заболела более... Боже мой! Заболела! Улицу затопила! Девушка, ну давайте без волнения. По тексту, пожалуйста. Извините, сейчас, подождите. Выпускники сдают единое национальное тестирование. Боже мой, они же не готовились, и мы все умрем! У нас кто-нибудь будет сегодня еще, нет?
Здравствуйте. Так, перейдем сразу к делу. Мне, пожалуйста, вон тот прожектор выключите. Ага, спасибо. Ну что, в принципе, я готова. Можем приглашать гримеров. У нас нет гримеров. Как нет гримеров? У меня мешки под глазами, а у вас нет гримеров? Ну, не финансируйте. Ладно, проехали. Первая, вторая, третья камера. Все включено, все готово. Одна камера. Одна камера. Как одна камера? Да. Я известная телеведущая, работаю на Акценте в Лисаковске, а у вас одна камера? Да, одна камера. Хорошо. Включите мне телетекст. Где у вас здесь педалька? Читайте с листочка и смотрите в камеру. Ну нет у нас телетекста. Как у вас нет телетекста? Как читать с листочка? Это прошлый век. Нет, я не могу так работать. Всем привет, меня зовут Орландо. Как? Орландо? Да нет, Орландо. Как? Орландо? Да нет же, Орландо. Аллилуйя, дождь из мужиков. Где вот этот телефон? Эй, Чужинский. Крошка, как тебя зовут? Гуляем. Гуляй, давай погуляем. Вау, конфетка, а как тебя зовут? Бегаем. Бегаем, давай побегаем, давай. Тебя как зовут? Айбала. Ну, Айбала, давай. По тексту. Ладно. Слушай, Бала, ты что вечером делал? Английский учу. О, молодец, а потом? Немецкий учу. А потом? Французский учить буду. Ай, Бала, ты что такая языкастая, а? Ой, извините, меня тут по поводу перерасчета отправили, можно к вам обратиться, да? Пожалуйста. Вот я хотела бы... Подождите, Ниночка, вы наша спасительница. Присаживайтесь, пожалуйста. Читайте текст и смотрите в камеру. Пишем. Вот этот текст. Да-да-да, вот. А у нас некоммерческая реклама. Денисовский профессионально-технический колледж приглашает выпускников 9 классов обучаться по следующим специальностям. Закончила свое выступление команда КВНДК и завершает конкурс ТЭП команда «Утомленные школы». Денисовская средняя школа номер 2. Встречайте! Один день из жизни молодежи. И он выглядит примерно так. Прошло 2 часа. Так проходит весь день. Самое интересное начинается ночью. Загруженный мозг подростка во время сна начинает свою игру. А-а-а! Где мы? Что за ужасное место? Кругом одни разваленные ободранные стены. О, Господи, мы в Антоновке! Это не Антоновка, это подвал. Тише, слышите, кто-то идет. Вы
Лыжики кто-то плывет. Лыжики кто-то хрустит. Слышите, это Искандер. Я Искандер. Да врет он. Ах так? Тогда я даю вам всего лишь 7 минут, чтобы выбраться отсюда. Иначе вам... А-ха-ха-ха! Слышите? Она будет... У-ха-ха-ха-ха! Ребят, я сматываюсь, я смотрел ужастики. Это либо пила, либо Сэндлит Хилл. Я себе сейчас ногу отпилю и уползу. Стой, ты серьезно? А что я, по-твоему, шутить должен? Эй, перестань! На полу вас ждет подсказка. А, вот, телефон! Правда, здесь половина кнопок нет. А какие есть? 0 и 2. Ребят, нам сказочно повезло. Мы можем заказать клёвый рингтон по номеру 2020. А перестань. По этому номеру можно позвонить только в милицию. 02. Здравствуйте. Вы позвонили на номер, которого не существует. Для вызова полиции наберите 102. Здесь нам телефон не поможет. На. О, только не прокат роликов. Надо что-то делать. Время на исходе. Из вас выживет только кто-то один. Надо что-то делать. Да мы хоть что-то делаем! Все, мне надоело. Азарт из вас останется только кто-то один. Выбирайте сами. Я ухожу. Надо действовать. Давай казним его. Почему именно меня? Твой сон тебе и отвечает. Ты приговариваешься к смертной казни! Нет! Палач, отрубить ему голову! Команды, прошу вас на сцену. Считает средний балл, мне хотелось бы сделать одно объявление. Если
вам уже есть 14 лет и нет еще 29, вы должны стать участником конкурса авторских работ, посвященному Дню первого президента. Отдел внутренней политики принимает авторские работы любых размеров. Это может быть патриотизм, краеведение, достопримечательности Казахстана и многое другое. Место учебы или работы, контактные данные, ну и, конечно же, назвать свою работу. А сейчас я предоставляю слово счетной комиссии. Средний балл за конкурс STEM ДК 3,8. Утомленный школой 4,4. СКУЛ 3,4. Коллектив третьей школы 4 балла ровно. Тайная организация 4 балла ровно. Средний балл за 3 конкурса Денисовский колледж 8,4. Утомленные школы 9,4. КУЛ СКУЛ 8,4. Коллектив третьей школы 9,2. Тайная организация 10 баллов ровно. Спасибо. И мы подошли к финальному заключению, которое называется «Давайте петь, творить, любить». Наивысший балл – 6. Максимальное время выступления – 6 минут. Команды, прошу, готовиться. И начинает этот конкурс коллектив третьей школы. Сербским романом уйдет Сергей Эндофинга. Жажда мести, не мести, крокодил детку Иванов. Баласын.
Астер Полонкусында нем бар? Сваера тек медика. Мен бізе баздадымай, сені мен ұсынша. Эй, мен сенің қалым малыңа қанша бергенімді білесің ба? Қанша? Кешірімге $1000 бердім ба? Бердім. Өлтірісіне де бүлкен қошқа бердім ба? Бердім. Дастарханымның кәмпит-сәмпитінге 15,000 бердім ба? Бердім. Жеті жеңгене жеңгей көлік кигіздім ба? Кигіздім. Ең ақыры әкене ат, шешене ешек мүмгіздім ғой. Мен бәрімір мұқтыректі сүйім. Мұқтырегін мұқты болса, шықсын жекпе-жекке. Oh,
мальчик, мы вместе всегда. Ты на веки моя, о, сударя. Уважаемые друзья, далеко-далеко в степях Казахстана жил-был не очень мудрый человек. Он говорил, казахский язык как конь, лошадь. Если его хорошо кормить и в то же время тренировать каждый день, оно становится лучшим скакуном. Теперь, если не тренировать, оно превратится постепенно на соган. Да? Теперь мораль и вопрос, Надежда Суиндыковна, Найма Спановна, что вы больше всего предпочитали бы? Лучше вас скакуна или все-таки? На сцену приглашается тайная организация. Встречайте! Итак, с вами снова команда «Тайная организация». Итак, поехали! Поехали! Да! Поехали, да-да-да! Встречайте, миниатюра «Случайная встреча бывших пар». Дорогая, ты соскучилась по мне? Сколько с тобой не виделись вот эту неделю. О, ну привет. У тебя новая девушка? Да, новая. Я тебя тоже не люблю, я тоже ухожу до твоей мамы. Ерлан, братан, ты где? Я здесь, брат, я здесь. Что, давай? Я вот буквально 2 минуты назад написал песню. Тоже хочу стать поэтом. Может, а жюри, как жюри, да? Да, да, так да. Так получается. Братан, вот листочек. А ничего страшного, что я с листочком буду читать. Давай ты на дамбре зарифмуй, а я тебя поддержу чисто по-рэперски. Хорошо, все понял, все понял. Помоги мне, братан, держи. Так. Братан, давай я с той стороны сяду. Братуха, гоняет тебе такая тема. Ну все, погнали. С вами Аза и Ера. Вперед, гоу! Хоу, 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 3-4. Давайте с вами петь! И любить, и травить. Будем вкусный борщ с командами варить. Вкусный борщ, варить. Евген с первой школы красиво зажигал. Он красивый парень, он девчонкам нарисовал. Доказал, девчонкам.
Команда открытия школы до конца играет. Этой команде Согун помогает. Казахским ребятам Согун помогает. Козырный Согун. А вторая школа покажет себе класс. Они все нападают. Радости для нас. Супер школа, супер класс. Вперед. Технический на колледж. И все равно мороз. КВН играет. КВН играет. Ну а вы, ребята, просто молодежь. Когда ты нас заметишь, то мимо не пройдешь. Подержите нас, подержите. С вами был Анна и Ера. А я сейчас вам станцую. Итак, встречайте. Случай в библиотеке. Девушка, мне, пожалуйста, кофе 3 в одном и ватрушку. Ой, извините. Мне, пожалуйста, кофе 3 в одном и ватрушку. Ребята, на сцену, прошу. Команда «Тайная организация». У нас все тайно, потому что нам нельзя слишком. И вот, я сейчас вам скажу один секрет, как разжигают горячие аплодисменты. Представим, поднимем все правую руку и представим, что это наш кремень. Кремень, подняли. А теперь поднимем левую руку и поставим, что это камень, еще один кремень. И разжигаем! Эй, с вами была команда «Тайная организация». На сцену приглашается команда ДК. Встречайте! Дамы и господа, мы рады приветствовать вас на фестивале «Давайте петь, творить, любить». И сразу же, как биолог, хочу заметить, что муравьи трудолюбивые, но очень глупые животные. А что я вам говорю? Давайте посмотрим. Нам стало доподлинно известно, почему так хаотично прокладывалась канализация в стиле Денисовки. Смотрим.
Значит так, вы все смотрите на план Денисовка. Девочку. Алло, Амантаевич, привет. Давай, называй адрес. Что? Улица Советская, 6? Мимо. Давай дальше. Улица Советская, 12? Ранил. Улица 56 Октября, 29? Убил. Слушай, вот ты там, где убил, там и копай, пожалуйста. Привет. Привет. Как дела? Как хозяин? Расскажи. Да нормально, вот только корове плохо. Что с ней? Две недельки до 6-го буду Зорькой звать корову, а потом приедут гости, а других продуктов нет. Две недельки до 6-го буду Зорькой звать корову, и потом я ж не больная, чтоб Зорькой звать шашлык. С небес на землю. Знаете, Кирилл Сергеевич, ваш стрелец, он меня так потряс, я прямо обязательно... Ах! Алло, гора! Это ты кому гора сказала? Сама гора! Предлагаем окунуться в 90-е. В день, когда исполнилось мне 16 лет, подарила мама мне вязаный жакет. И когда исполнилось мне 17 лет, подарила мама мне вязаный жакет. А когда исполнилось мне 18 лет, подарила мама мне вязаный жакет. И теперь заранее я могу сказать, что подарит мама мне лет на 25. Ты о ней не подумай плохого, подрастешь, сам поймешь, что к чему. На бюджетном ее предприятии всю зарплату жакетами дали. Ой, стой, куда пошла? Подожди, я же тебе не рассказала, чем я была на последнем празднике. Значит, на мне был такой костюмчик цвета кофе с молоком. Туфельки, значит, как колбаска тирольская. И бусы такие, ну, как сосиски. И волговские. А еще, знаешь, кофточка такая цветом свеклы и с майонезом. И майонеза так побольше, побольше. Завязывай ты со своей диетой, подружка. Что это у тебя на спине? Татуировка? Да, между прочим, это изречение из одной очень умной и интересной иностранной книжки. Ну-ну, дай прочитаю. London is the capital of Great Britain? О, я в шоке. Встречайте. Девочка, девочка, ты чего тут делаешь? Я рисую на Феррари арматура и слово твари. Эти твари на Феррари мой мопед к стене прижали. Она меня бросила, она меня не любит. Ну почему? Потому что внутри меня нет любви. А что внутри тебя? Свинина. Ну вот видишь, главное, что у тебя внутри свинина. А все почему? Потому что ты ее любишь. Ну вы меня, конечно, извините. Может быть, сейчас я скажу полную мудрость, но в нашем мире все происходит во имя любви. Если всю семью воротит от фирменной моей еды, я ее пересолила от любви. День и ночь валяться под капотом старых «Жигулей» — это можно делать только по любви. По любви, по любви, все на свете по любви. Даже Бог не входит в гайку по любви. До крови, до крови, я разбил мост до крови, потому что не хотела по любви. По любви, по любви, все на свете по любви.
Даже вы сюда пришли не по билетам, а по любви. На-на-на-на, на-на-на-на. А наш Малик и Денис приготовили для вас танец. Да не простой, а с саблями. Там пиццу привезли. Кто заказывал? Кто? Кто родился в январе? Вставай, вставай, вставай! И за собой у остальных следом убирай. Она у вас есть, да? Затыкаю всем. Нет. Нашу песню потеряли. Что делать? На сцену приглашаются утомленные школы. Встречаем! Итак, встречайте, команда КВН «Утомленные школы». Yeah.
Чего развалились? Давайте нам еще КВН играть. Давай мы летаем. Ребята, тема музыкалки, давайте петь, любить, творить. Но петь мы не умеем. Творить и вытворять мы можем только на уроках труда и физкультуры. Без руки здесь, а где же трудовик? Но тогда без него остается только... А у нас миниатюра о любви. Давай мы летаем с тобой, ставим на небо рукой. Давай мы летаем с тобой. Оля, привет. Привет. У меня тут... неприятности. А что случилось? Да вот, послушай. Послушала? Да. По-моему, правая колонка хрипит, да? Каждый раз не в Антоновке.
закончила свое выступление команда «Утомленные школы» и завершает музыкальный конкурс команда «Cool School» Денисовская средняя школа номер один. Давайте поддержим их! Каждый задавался этим вопросом, независимо от возраста, статуса и национальности. Когда ты любишь, хочется петь и даже вытворять. Такие разные, загорело красные, офигенно модные, девочки свободные. Такие разные, умные, но странные, глупые, красивые. Многие считают, что мы красивые, но тупые. Это не так. Сейчас мы споем вам одну такую умную песню. Такая философская балда. Баллада, дура. Да какая разница? Это такая философская песня, которая раскрывает сложности взаимоотношения между мужчиной и это. Вот мы с тобой кто? Женщины, дура. Женщины. 3:15. Сейчас без 15:06, дура. Ой, работаем, тупая. Любовная любовь, любовная любовь, слышь? Да я текст забыла, текст такой сложный, вообще идиотство какое-то. Ой, работаем, любовная любовь, любовная любовь, Слышь, ну я текст забыла вообще. Ты в прошлый раз такую отличную песню написала, всего лишь из двух слов. Ла-ла, ла-ла, ла-ла-ла-ла. Я это так быстро выучила, всего лишь за месяц. Ой, да ты просто тупая. Я тупая? Да ты тупая. Я не тупая, да ты тупая. Я тупая? Ну-ка назови мне столицу Парижу. Париж? Ой, какая может быть Париж столица? Париж – это такой бутик в ЦУМе. Вау, работаем. Любовная любовь. Любовная любовь. Слышь, ну я текст забыла, не знаю вообще. На тебе… Ой, подожди. На тебе шпаргалку. Вау, у тебя такой почерк ровный. Ну ты тупая, это же на компьютере набирали. Да, работаем. Любовная любовь. Любовная любовь. Слушай, я сегодня еду такая, а у нас на перекрестке повесили цвета музыку. Мигает такими разными цветами. Вау, я в шоке. Вот ты тупая, это же светофор. Да? А я вышла такая, потанцевала, потанцевала, села и поехала. Ой, работаем. Любовная любовь. Любовная любовь. Слушай, я не поняла, что это чудо здесь делает? Мы с тобой здесь так работаем, работаем. Она стоит вообще, молчит. Что за дела? Вот, знаешь, ее из-за фигуры взяли. Вау! Но она хотя бы рот может открывать? Ой, ты знаешь, там такая ситуация произошла. Ей в губы столько силикона нафигарили. Та доза, которая для груди предназначалась, всю влили.
Теперь она даже рот открыть не может. Бау, работаем. Любовная любовь. Любовная любовь. Слушай, а что у тебя, 47-й размер? Да ты знаешь, там такая ситуация вышла. Я вчера поехала в стилиста, хотела ногти себе удлинить. Он подошибся, а теперь 47-й поджимают. Работаем. Любовная любовь. Любовная любовь. Слышь, я в бегудях спать легла. Утром такая просыпаюсь, в зеркало так глянула. Как заору! Думала, у меня мозг вытек и затвердел. Ну ты тупая, у тебя же нет мозга. А ты знаешь, кстати, Игорь Николаев себе химию сделал. Вау, а что, он еще в школе учится? Ага, работаем. Полная любовь. Бомбю я, бомбю. Бомбю я, бомбю. Переверни. Другое дело. Работаем. Любовная любовь. Любовная любовь. Ну это прям не женщина, а ходячий пингвин. Ой, я вообще не могу. Она хоть немного будет шевелиться, что-нибудь делать, а? Ты шевели немного своими помпушками. Бесполезно, она еще и глухая. Ну, нам вообще с тобой повезло. Глухая, немая. Да она еще, наверное, тупая. Ты тупая, да? Ты немая. Ты тупая. Ты тупая. Ты тупая. Да ты тоже тупая. Ты сама тупая. Да ты сама тупая. Ты сама тупая. Да ты тупей, тупой, тупорый. Да обе вы тупые. Ой, заговорила. Я теперь могу петь. Да. Ты что разоралась здесь, а? Ты что нас позоришь перед залом? Убила бы! Убей! Убиваю подругу! Убиваю подругу! Команда КВН показали все, что хотели и все, что могли. Важно отметить, что сегодня играли команды, которые неоднократно занимали призовые места. Итак, для подведения итогов все команды приглашаются на сцену. Оценки. 5, 4, 3, 4.
Оценки команды «Тайная организация». 5, 5, 4, 4, 4. Оценки команды ДК. 4, 4, 4, 3, 4. Оценочки команды «Утомленные школы». 5, 5, 5, 5, 4. И оценочки команды «Full School». 5, 5, 5, 5, 5. Сейчас будет 5 баллов. Средний балл по итогам музыкального конкурса подведет счетная комиссия. А пока жюри принимает ответственное решение. Самое классное, самое позитивное, самая креативная молодежь. Правда же? Только у Дениса те самые... От улыбок светлей стало в зале теплей, в атмосфере такой будет всем веселей. Я вошел в зал ДК и опешил слегка, кроме этого зала еще есть ДК. Ветеран КВН неплохой выдал стем, и в команде ДК много есть перемен. Молодежи хвала, умна, дерзко, смела, больше всех мне понравилась ваша халва. Вы на шутки легки, вам шутить знать с руки, а канализационщики плохи, так тоже говнюки.
Много лет я в жюри, знаю все изнутри. Оригинальное название ОДСШ номер 3. Вы старались на 5 шуткой зал обаять, но коллегам моим многим вас не понять. Вас весь зал поддержал, Бекжан тему задал. Я бы сором бы взял, если б кто мне не дал. Центр инициатив выбрал тайный мотив. Педагогической мощи вышел он супротив. Азамат и Ирлан, вам большой талант дан. Девчат много вас двое, как горели султаны. Утомленные в школе, в КВНском просторе, словно рыба в воде и сурок в чистом поле. Дмитрий ваш молодец, он по юмору спец, но шутка с пеньком, то был полный отпад. А рыбак рыбака видит издалека, но сушу я леща, вместе выпьем пивка. Пока скажешь кул-скул, словно ветер надул, мне в печную трубу не поднять ни шигу, ни в названии суть, смеху дали вы путь, юмор ваш вызвал смех, разрывающий грудь. Чемпионскую стать далеко всем видать, но от умора в биатлоне вообще вашу мать. Шутки цель, ёшкин клёш, тут от смеха помрёшь, если тебя не пристрелят, далеко ты пойдёшь. И вдруг бурлила кровь, вас видел прежних я вновь, любовная любовь, любовная любовь. КВН, то семья, отогрелся здесь я, всем успехов и счастья, до встречи, друзья. Спасибо за замечательные строки. Прошу жюри на сцену. Думаю, у каждого из вас есть слова, которые вы хотите сказать участникам. Уважаемые участники КВН 2015, очень было, наверное, сегодня тяжело оценить выступление команд, поэтому я думаю, что жюри подошло специально ответственно к данной ситуации. И мы пришли совместными усилиями к такому мнению. Сертификат выдан команде ДК за участие молодежной лиги КВН 15 среди молодежи из района, сумма 5000 тенге. По очкам вышло у нас две команды, занявшие третье место, получая сертификат на сумму 10 тысяч. Это команда Cool School. И коллектив третьей школы. Первый русский стих только что получилось. Патрияна, сізге. Спасибо за то, что выбрали Согун. Вы казах, а я казахстанец. Если мой язык превращается на Согун, тогда я простой вегетарианец. Почетное второе место заняла обновленная команда «Утомленные школы». Первое место, с небольшим, правда, отрывом, но единодушно, завоевала команда «Тайная организация».
Давай.